подходит к концу, и одна из команд уже сейчас может стать обладателем трофея. Да, в зависимости от того, как пройдут другие матчи, мы действительно можем сегодня узнать имя чемпиона. Команды начинают эту игру. Поехали. Состав Манчестер Юнайтед. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Манчестер Юнайтед атакует. Нужно забивать. Манчестер отправляет мяч в сетку. У нас есть быстрый гол, и какой важный гол. Да, этот гол снова возвращает им надежду на трофей. На данную минуту именно они чемпионы. 5 минут прошло, и счет открыт. Гастон Рамирес. Игра постепенно завершается. Пока рано подводить окончательные итоги, но все идет к тому, что мы видим чемпионский матч. Да, им нужно сохранить счет до конца игры, и тогда их можно будет поздравлять с чемпионством. Нужно бить поворотом. И он забивает. Этот гол не меняет ситуацию кардинально, но лишним он не будет. Он усиливает позиции команды. Если матч так и закончится, они чемпионы. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Тут может что-то получиться. Потерял он мяч, но кому он достанется? Он накручивает соперников одного за другим. Душ Санту Шавейру. Главный удар, мяч у Манчестера. Душ Санту Шавейру. Момент. Нет, офсайд. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Душ Сантуш Авейн. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Манчестер идет вперед. И это шанс увеличить разрыв в счете. Это шанс выиграть матч. Да, такой фол под конец матча может снять все вопросы о победителе этой игры. Удар с пенальти. Гол! Они забили, и дела у них идут все лучше. Да, теперь они почти наверняка станут чемпионами. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Душ Сантуш Авейру. Манчестер в атаке. Какой шанс у Алекса Хантера? Надо забивать, и гол! Есть хет-трик, прекрасная игра. Этот гол дарит им надежду, но нужно еще забивать.
И в таком варианте развития событий нет ничего невозможного. В истории футбола бывали и более невероятные камбэки. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Вот как должна работать защита. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Решил пробить. Какая реакция, какой прыжок. Класс! Посмотрим, что получится у команды после розыгрыша станда. Дош Санту Шавейру. Играет он головой. Сумел сохранить мяч у своей команды. Три минуты будет добавлено. Может получиться интересная атака. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Потерял он мяч, но кому он достанется? В первом тайме команда обеспечила себе очень комфортное преимущество. Манчестер Юнайтед атакует. Отличный момент. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Судьба матча по-прежнему в их руках. Им необходимо побеждать, и тогда они завоюют трофей. Соперник наверняка постарается этому помешать. Шнедерлин. Пока неплохо. Защитник подальше от ворот выносит мяч. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Чисто сыграно в мяч. Матео Дармиан. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Это может быть опасно. И как пробил. На миг. 100% возможность. И снова гол. Похоже, они всерьез настроены вырвать победу. Ну а как иначе? Команда очень амбициозная. Не для того они играли весь сезон, чтобы вот взять и сегодня уступить. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешения судьи. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед сбрасывает. Посмотрим за этой атакой. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Основное время истекает через 20 минут. Виктор Фишер. Замену проводит тренер-хозяин. Посмотрим, кто покинет поле. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Марко Верратти. Он уходит от защитника. Можно бить. Судья назначил угловую. Фил Джонс. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Виктор Фишер.
Можно подвести краткий итог матча. Сегодняшняя игра проходила с колоссальным преимуществом одной из команд. Да Сильва. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Это может быть опасная атака. Защита справляется. Партнеры поддерживают эту атаку. Поль Погба. Мемфис Депай. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Мемфис Депай. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Люк Шоу. Мемфис Депай. Этот матч завершен, и вопреки ожиданиям он не